Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV.com. Сегодня хочу рассказать, как открыть и очистить историю просмотров в браузере Brave. Итак, после открытия браузера нажмите на настройки, спуститесь ниже и увидите History. Это и есть история просмотров. Есть и другой, более простой способ открыть историю просмотров, который подходит для большинства браузеров. Это горячие клавиши. Одновременно нажмите Ctrl, английскую H. Тоже открылась история просмотров. Если вам нужно удалить какой-то из сайтов, которые вы посещали, выделите его. Нажмите на три точки. Remove. Удален. Либо, если нужно очистить все, нажмите сюда. Здесь можно выбрать, за какой период вы хотите очистить историю. Допустим, интересует 7 дней. Нажмите Clear Data. История за неделю очищена. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com. И заходите на наш сайт spvcomp.com. Там вы увидите еще больше интересного и полезного.